Бук со знаменитыми стали с открытием пресловутого сайта Bucks.to. Жив и поныне, суть заключалась в том, что зарегистрировавшемуся предлагалось кликать по ссылкам, которые якобы размещают на этом сайте серьезные дяди. Для повышения посещаемости сайтов их фирм ссылок около 10 в день. Стоимость такого клика, причем это не просто клик. Серьезный сайт открывается во фрейме и надо подождать минуту. Для пользователя 1 цент прокликал все 10 ссылок. Молодец, за 10 минут 10 центов минимум на вывод, $10. Лохам, естественно, 10 мини-енотов в день не интересны, да и до минималки, как до Израиля, говном тысячи верст. Лохам, перспективным и дальновидным людям, ищущим путь к финансовой независимости. Золотые горы нужны. Тогда в Bucks.to усмекнули и ввели систему рефералов, пригласил 10 человек, они кликнули по 10 раз равно $1 США, то есть простым языком. За каждый клик приглашенного тобой у человека ты получаешь 1 цент. Этот самый Bucks.to еще предлагал купить премиум аккаунт за 99 бакинских комиссаров и увеличить стоимость клика до 2 центов. А теперь самое интересное, у Bucks.to можно было также и заказать рекламу, но стоимость 1000 посещений равно $10 США. Простым подсчетом легко понять, что пользователям они платили в 10 раз больше, чем получали от рекламодателей. Мавроди нервно курит в сторонке, ну а после такие буксы расплодились и в Рунете, тысячи их, самыми разными расценками за клики. От реально адекватных, которые даже исправно выплачивали на клик и накропали 1 копейка за клик для юзера и рефералов и 5 копеек за клик для рекламодателя, до самых маразматических был случай, когда лохи кликали по 5 евро за просмотр, а потом бегали по форумам и просили помочь вывести деньги. Человеческая тупость безгранична, большие лузы может дать троллинг таких людей. 97% буксов вздыхает за от 1 до 3 месяца, так как открываются точно такими же быдлоадминами и нищебродами на самых дешевых хостингах и доменах третьего уровня. В итоге все это свинство и поток тысяч говнобуксов вылилось в ужесточение правил Web Money. The famous became with the discovery of the notorious site Bucks.to, alive and still. The bottom line was that the registered person was asked to click on links that are allegedly placed on this site by surly uncles to increase the attendance of their company's websites. Links are about 10 per day. The cost of such a click, and this is not just a click, a surreal site opens in a frame and you have to wait a minute for the user 1 cent. Cursed all 10 links, well done. For 10 minutes, 10 cents. The minimum for withdrawal is $10. Lohim, naturally 10 mini notes a day are not interesting. And to the minimum as before Israel shit 1000 verst. Lohim's prospective and far-sighted people who are looking for a path to financial independence need golden mountains. Then they got into the box and entered a system of referrals, invited 10 people, they clicked 10 times equals $1. That is, in simple language, for every click of a person invited by you, you get 1 cent. This very bookshop also offered to buy a premium account for 99 Baku commissars and increase the cost of a click to 2 cents. And now the most interesting thing. You could order in the same kind of advertising for the bucks. But the cost of 1000 visits is $10. A simple calculation is easy to understand that they paid users 10 times more than they received from advertisers. Mavrodi nervously smokes on the sidelines. Well, after such Axel boxes bread and runet. Thousands of them, with very different rates for clicks. From really adequate, which even regularly paid out cranky sprinkled 1 kopeck per click for the user and referrals and 5 kopecks per click for the advertiser, up to the most marismatic. There was a case when the suckers clicked 5 euros per view, and then ran around the forums and asked to help get the money out. Human stupidity is boundless.
Large lulls can give trolling of such people, 97% of axles die for 1 to 3 months, as they are opened exactly by the same balls beggars at the cheapest hosting and domains of the third level. In the end, all this swinishness and the flow of thousands of GovNBucks resulted in tightening the rules of web money.